все говорю. Я же с тобой не говорю. Да, но Ечка, ты хорошая девочка. Я так с тобой не говорю. Я с тобой разговариваю как взрослая. И всегда говорю, чтобы ты повторяла, чтобы ты правильно говорила. Чтобы ты звуки правильно произносила. Ну-ка скажи не «э», а скажи «ш». Не «сы», а «ш». «Ш». Молодец. «Ш». «Ш». Ой, молодец. Что там делаешь? Покажи, мам! Что тебе показать? Не покажи, а покажи.